Либо плохо проводили, либо природа берет свое. Несмотря на календарную весну, холода на улице не отступают. Хотя в минувшие выходные мирницы провожали зиму как могли. Чем развлекали, угощали и удивляли в этот день горожан организаторы, расскажут мои коллеги из Алмазного края. Мирнинцы собрались на стадионе «Металлург», чтобы проводить зиму. Несмотря на снег и ветер, постоянные атрибуты северной весны, горожане с удовольствием отдыхали и веселились. Очень красиво, очень понравилось. Народу много. Немножко погода не повезло, но я думаю, все равно все довольны. Никто не замерз. За организацию праздника отвечали Управление спорта, культуры и молодежной политики, городской администрации и профсоюз «Профалмаз». На сцене с песнями и танцами выступали коллективы Дворца культуры «Алмаз». В торговых палатках люди покупали свежую выпечку и сладости, ели шашлыки и пили горячий чай. Дети катались на лошадях, на санях с оленями и собаками. Мы сегодня отмечаем проводы зимы. Наконец-то мы сегодня проводим нашу зимушку-зиму. И на следующей неделе уже будем ждать весну. А в программе культурно-развлекательная программа, различные игры, пляски, танцы, очень много веселья. Также спортивная программа – это перетягивание каната, попадание мячом в цель. Замерзшие гости мероприятия грелись в палатке первооткрывателей. Ее установил профсоюз «Профалмаз». Там же всех желающих угощали горячей ухой. Отличная уха, отличный праздник, отличный. Спасибо администрации. Ледяной столб – одна из любимейших забав на проводах зимы. Он вызывает восторг у множества людей. Забраться на него без посторонней помощи и технических устройств – трудная задача. Смельчаки в течение всего праздника пытались это сделать, чтобы стать обладателями ценных призов. И пусть было непросто, но некоторые справились. В конце мероприятия состоялось динамичное фаер-шоу. Артисты так умело справлялись с огнем, что у зрителей просто дух захватывало. Главной кульминацией праздника стало сожжение чучела. Этот обряд символизирует обновление природы, приход весны. Древние славяне верили, что после него скорее наступят теплые деньки, и на смену надоевшей старухе зиме придет красавица весна. Мария Урцева, Тимур Шерижек, телеканал «Алмазный край».